Завтрак должен стать ежедневной правильной привычкой. Сегодня мы с Яной и Анастасией Колупанович приготовим что-то интересное. Яна, расскажи, что мы сегодня будем готовить? Пирог со сливами. Что нам для этого понадобится? Нам понадобится для этого масло 110 грамм, 2 яйца, полстакана сахара, стакан муки, 1 чайную ложку разрыхлителя, щепотку соли, 2 столовые ложки в отдельную миску, ну и сливы. Хорошо, а я вот вижу тут сахар у нас и тут сахар. Почему они насыпаны в разные емкости? Этот сахар нам понадобится для теста, а этот уже понадобится, чтобы посыпать сверху сливы. Что мы первое будем делать? Масло мы берем, да? И что мы с ним сейчас будем делать? Давай, может быть, я буду держать, тебе помогу. Давай. Нам нужно его в миску, да? Да. Угу. И что мы с ним будем делать? Взбивать? Взбивать сахаром. Ага. Сахар, который где побольше, да? Да. Где стакан сахара. Если у тебя масло и сахар ты смешаешь вместе, то какое будет у нас тесто? Песочное. А почему ты именно сахар смешиваешь с маслом, а не муку, например, с маслом? Потому что если смешать масло с мукой, то тогда будут какие-то просто комки. Так, скажите, мы чем будем? Миксером, я так понимаю, взбивать? Да. Или просто лопаткой? Миксером. Хорошо. Давай тогда кто-то будет взбивать миксером, а кто-то будет продолжать что-то делать. Я так понимаю, что сливы нужно разломать, от косточки избавить, да? Или нет? Надо их разрезать. А, их нужно разрезать. Ну что, тесто у нас готово, форма у нас есть. Будем наливать форму и выпекать, да, Яна? Да. Давай. Сначала выкладываем тесто, а потом уже будем украшать сливами. Давай, я тебе подержу, помогу. А скажи вообще, почему ты решила готовить именно пирог со сливами? Потому что сейчас осень и слив много. Поэтому можно приготовить очень вкусный пирог, а еще можно их заморозить. И зимой у вас получится очень вкусный пирог. Ну, кстати, да. Сливы половинки можно почистить и заморозить. И можно в любое время года использовать их для такого замечательного пирога. Яна, давай я пока буду украшать сливами пирог. Как мне их вставлять? Вот так. Вверх вот половинками, да? Хорошо. Да. Давай, я буду это делать. Ой, я бы, кстати, наоборот бы поставила, так намного симпатичнее получается. То есть вот так вот, да? Угу, а вот так, так даже интереснее. А давайте мы половину, ну хотя, не знаю, мне так тоже нравится, тоже красиво получается, так интересно. Что с этим дальше? Надо ими посыпать сливы. Ну давай. Скажи, а ты это с чем вы сейчас смешивали сахар? С корицей? С корицей. Ну что, Яна, все, наш пирог можно ставить в духовку, да? Да. При какой температуре и сколько времени мы его будем выпекать? При температуре 180 градусов готовить по времени. А, то есть до приготовления, да? По готовности пирога. Ну, где-то минут 20-25, да? Да. Хорошо, давай. Вот такая красота у нас получилась. Ну что, Яна, будем пробовать? Давай. Давай. Это очень вкусно. Вкусного и доброго утра вам!